Новополоцкий «Нафтан» уступил столичным «Крумкачам» в домашнем матче со счетом 1-2. Обидное поражение от одного из лидеров первой лиги могло и не случиться. С начала матча удача была на стороне новополочан. Нафтановцы повели в счете уже на третьей минуте. После подачи углового Александр Новик отправил мяч в ворота с близкого расстояния. К концу первого тайма гости сравняли счет. После прохода по правой бровке мяч был доставлен в штрафную Лисаковичу, который метров с 10 поразил цель. Вторая половина игры прошла в упорной борьбе, где победу одержала приезжая команда. На 56-й минуте гости заработали право на пенальти. Голкипер «Нафтана» Александр Шубин парировал 11-метровый. Шли последние минуты матча, когда полузащитник «Крумкачей» Андрей Альшаник решил исход встречи, головой отправив мяч в ворота «Нафтана». «Нафтан» сегодня находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. На счету команды 6 очков. Напомним, «Нафтану» в начале чемпионата пришлось нелегко. Команда стартовала с минус 15 очками, и сегодня у нее уже положительный баланс. Следующую игру «Нафтан» проведет с футбольным клубом «Сморгонь» на выезде.